Имама Лесосибирской мечети отправили в колонию строгого режима на 6 лет за содействие террористам. По данным оперативников, при проведении занятий по изучению религии и мусульманских традиций, священнослужитель склонял жителей края к совершению преступлений террористической направленности и распространению экстремистских материалов. Суд признал его виновным. Вступил в силу приговор и краевому экс-министру экономического развития Надежде Маршалкиной. 2 года назад ее признали виновной в двойном получении взятки, назначили 10 лет лишения свободы и многомиллионный штраф. Но начало исчисления срока наказания суд перенес на этот июнь. Жалоба адвокатов Маршалкиной не удовлетворена. Приговор экс-министру оставлен без изменения. 48-летний красноярец на глазах у прохожих утащил из магазина аппарат с жвачкой и был задержан росгвардейцами. Все произошло в Ветлужанке на Мирошниченко. Сотрудники торговой точки нажали тревожную кнопку. Любителя понадувать пузыри нашли по камерам. Он оказался ранее судим. Цена украденного автомата более 30 тысяч рублей. Что именно вор собирался делать со сладкой добычей, осталось загадкой. Тувинское село закрыли на карантин из-за сибирской язвы. У 29-летнего местного жителя заподозрили опасный диагноз. Об этом сообщает в РИО главы республики. Вводится режим карантина в части Барун-Химчикского района. Заболевший получает медпомощь, медики осматривают контактных жителей. Белая медведица Урсула станцевала с большим платком, чем позабавила посетителей Роева ручья. Красноярцы отметили, что хищница артистично трясла тканью, прятала морду в платке и изящно падала на спину. Все эти пользователи сравнили танец медведицы с процессом помывки окон, а в администрации парка шутя заверили, что Урсула тщательно репетировала свой выход. И следующий танец будет еще более эффектным.